Всем привет. Слушайте, опять начался какой-то шум непонятный, опять вот эти пытаются что-то раздуть, еще. Честно могу сказать, что уже этот эпизод был, и я его уже, эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это, правда, не интересно. Если кому-то это интересно, ваше право. Последние 2-3 дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали, не знаю кто, для чего, кому это надо. Мне, в принципе, уже не интересно, это на вашей совести. Поэтому вот эти скрываются давнишние, я там даже еще не седой. Вообще, поэтому прошу как-то к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется, остальные все равно. Так что все. Всем пока и хорошего вам вечера и дня.